стартовый состав Брайтона. Похоже, схема 4-5-1 у них сегодня, и она в атакующей формации. Да, так и есть. За счет очень насыщенной полузащиты можно много впереди создать. Номинально, правда, только один нападающий, но и фланги, и центр полузащиты обязательно впереди помогут. Давид Де Хея сегодня играет в воротах. В защите Рафаэль Варан сыграет с Гарри Магуайром. Санчо вместе с Маркусом Решфордом на флангах в средней линии. И на острие атаки сегодня только один нападающий. Посмотрим, справится ли он впереди. Good luck. Thank you. Танцева и Константина Генича. Зовет нас английский футбол вновь. Это премьер-лига в прямой трансляции. Манчестер Юнайтед. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команд. Итак, стартовый состав Брайтона. Приход Жозе Мауриньо в Юнайтед был воспринят по-разному. Но уже в первом сезоне... В финале в Стокгольме Манчестер Юнайтед смог одолеть Аякс, тем самым гарантировав себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. А это уже куда интереснее для такого именитого клуба и именитого тренера. Манчестер Юнайтед начинает первый тайм. С мячом, так что можно продолжать игру. Роналду забивает. Очень обидно должно быть сейчас вратарю. Все-таки смог он справиться с очень непростым ударом и сделал отличный сейв. Но с добиванием уже ничего поделать было нельзя. Все эмоции на лице у тренера. Теперь команда проигрывает и нужно что-то менять. Юнайтед вышел вперед, игра возобновляется. Мяч за боковой уходит, будет аут. Не смогли справиться с владением. Атака набирает обороты, они ищут возможность забить.